называется, он остался белым. И соли делать. Немедленно, а при низкой температуре. Поэтому сахар варится в агрегате обратно противоположном скороварке, чтобы снизить температуру кипения. Раствор сахара кипит при температуре примерно 70 градусов. Мы в скороварке варим под давлением, чтобы наоборот при большей температуре быстрее варилось. А на сахарном заводе это все происходит под вакуумом, дабы сахар сохранил свой красивый белый цвет. Это два основополагающих химико-физических процесса сахарного производства. Спасибо огромное. Я еще хотел развеять озеленение. Мне интересно, жалко нет картинки, но картинка вот, она не может быть в этом сезоне, в этом фишке у нас сегодня. Нам обязательно нужно будет поехать на завод и посмотреть это все получше. Я еще раз хочу, опять же, повыпендриваться. Чем мы лучше, чем любая другая пищевая промышленность? Так. Мы, конечно, очень любим своих потребителей, никогда ничего плохого с ними не сделаем, но сама химия и физика не позволит никогда добавить никакую гадость сахара. Процесс кристаллизации сахарозы не пойдет, то есть не образуется кристалл, если раствор будет слишком грязным. Сама химия и физика защищает вас от того, что в сахаре будут быть какие-то посторонние там примеси и гадости. Это не колбаса, туда ничего не запекает. Дорогие друзья, я вам сейчас приготовлю сюрпризы, и эти сюрпризы не заканчиваются, поскольку не отпускают. Прямо сейчас у нас есть прямое включение с предприятием, это тоже фишка нашего проекта. Здорово, что у нас сегодня это получается. Вы нас слышите, здравствуйте. Вы знаете этого человека? Евгений в эфире. Евгений у нас в эфире. Добрый день, Евгений, слышно ли нас? Да, слышно. Где вы находитесь? Представьтесь, пожалуйста, вы главный по цеху. Всем привет! С вами на связи Шатырьковский сахарный завод. Меня зовут Евгений. Собственно, я Евгений Шатырьковский, сейчас это поводит. Мне хотелось бы провести вам небольшую экскурсию по фабрике пошелого сахара по одному килограмму. Наш институт находится в автоматической линии. Работает гидроконтроль, за которым осуществляет оператор пакетоподъемных машин. Задача оператора состоит в своевременной заправке так называемого магазина пакета. Так. Контроль уровень термоклея необходимого для формирования пакета. При необходимости производить замену термоклея. Также оператор осуществляет контроль и нестильные датки распаковки на каждый час делают контрольные смешанные пакеты и результат фиксируют в журнале. Каждый час. Из пакета формирующей линии продукция поступает в линию формирования упаковки, где при помощи термоуправочной кромки происходит это формирование упаковки из щеточки. Дальше по конвейерной линии упаковки следует на линию упаковки. Металлодетектор. Евгений, вот эти страшные звуки, это нормально все? Что-то падало, шипело, как бы натаяло. Случилась штатная остановка линии оператора. Ясно. Зачем металлодетектор? Это прям после формирования фотона, потом обматывается в третьей съемке, давайте пойдем ближе. Идемте к вам ближе. Хочется посмотреть на металлодетектор. Нет? Так, я была построена и введена в эксплуатацию 14 лет. Производительность фабрики за 12 часов составляет скитов 300 кг, железующего сахара более 500. В пенсии посолка по одной тонне свыше 80 тонн и килограмм, посолка по 1 килограмму свыше 100 тонн по цене. Очень много. Я не запоминал, но много, судя по цифрам, конечно. Ну, коллеги, уважаемые гости, это технические звуки на предприятии. Почему это вот важный момент? Евгений, вы еще там?